находимся в военной комендатуре, город Красный Лиман. Сейчас очень много новостей вышло о том, что Красный Лиман взят украинскими войсками. Это все неправда. Здесь находится комендатура, здесь находятся войска. Здесь на данный момент никаких панических настроений нет. Войска держатся, линию обороны нашу никто не прорвал. Но ситуация в целом напряженная. Ситуация напряженная, да, ситуация напряженная. Противник постоянно предпринимает попытки наступления, постоянно щупает малыми группами, большими группами, использует технику. Но на данный момент эти попытки не увенчались успехом. То есть все те карты, которые рисуют наши диванные стратегии, что Лиман находится практически в окружении, это все неправда, то есть это только чисто ДРГ противника, да, я так понимаю? Не совсем так. На данном направлении существуют угрозы, вот, но, пока линия фронта не прорвана. То есть наши войска успешно все-таки удерживают? Да, наши войска успешно удерживают оборону. Как вообще здесь... настроение у местных жителей? У местных жителей... Паш, поехали, сами находимся. Какое может быть настроение у местного жителя, вокруг которого происходит война? Поэтому местные жители, они напуганы. Напуганы войной. Так как линия фронта проходит по окраинам Лимана, постоянные обстрелы, особенно артиллерийские обстрелы. Противник не выбирает, куда стрелять. То есть он стреляет по мирным, по домам, по инфраструктуре. Поэтому люди напуганы.